Good morning, Lil. Ladies and gentlemen, this is day 4. И мы проснулись с большим трудом. И готовы идти explore Puerto Vallarta. В этом городе живет 400 тысяч людей. На 90% фокусирован на туризме. Минимум прожиток начиная с $400 или $500. $500 в месяц. Ну, не знаю, много, мало, но очень-очень много людей знают английский. Меня удивляет, потому что те мексики, с которыми мы знакомы, там, в Сакраменто, они как бы вообще не говорят, а здесь почти каждый разговаривает на английском, что классно. И я спрашиваю, откуда вы научились английский? Просто общаюсь с людьми, с туристами на пляже, продаваем что-то. So, молодцы, мексики работают и процветает их город. So, Puerto Vallarta, welcome. Мы сегодня пытаемся взять тур, так что в 9:30 пойдемте с нами искать тур. Ты проснулся, Лео? Это обезьянка. Monkey. Как ее зовут? Помнишь, я тебя вчера учил, как ее зовут? Ее зовут То... Тона. То-то. На последний день в Пуэрто-Вайарта люди хотят куда-то попасть. Посмотрите, какие очереди на путешествие на катере на острова. Утро начинается с завтрака. Сегодня Анечка набрала скромненько, чтобы не пожирнеть. А вид, то, что я пытался запечатлить еще вчера на закате солнца. Мы с 9 этажа просто смотрим на очень ухоженный порт и на очень красивый вид Пуэрто-Вайарты. Пошли. Итак, мы смотрим на гостиницу All Inclusive. Все включено. Crown Hotel. Да. Итак, Nogalito Center, Экопарк. Мы купили за $60 на такси туда, на такси назад, присутствие там, ботанический сад, зиплайн за $60. Пока что купили, будем смотреть, что получилось. Итак, нам Антонио нашел машину. We'll give you $1 million. Please count. Okay, don't worry. Добро пожаловать. What's your name? Elijah. This is my partner Elijah. He's about to do the zip line. He's a little nervous. Let's see what happened. We lost one yesterday. OMG. And this is the little bambino. The little bambino. Hello. Hello, Shurushka. Hi, Shurushka. My partner Jimmy, the professional guy.
Hello. 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 Ты, Шаня, здесь мало людей. Сюда зашел. Hello. Hey, we gotta go. Только мы его пишем. Yes, all of us. Yes, all of us. Yeah. It's alive. Окей, мы пришли. Кстати, два слова после... Меня не разрешили камеру взять с собой. Итак, спускаемся к речке. Здесь люди могут купаться, а могут просто смотреть. Мы пришли просто, наверное, посмотреть. Хочу сказать небольшой, друзья, репорт. После спуска с... Zipline. Как zipline по-русски, не знаю. Bye-bye. What's his name? Tequila. Tequila. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. 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 Наше такси нас ждет уже за 200 песос туда и за 200 назад с хорошим условием, с классным языком. Чувак родился в Техасе. Hello again. Let's go. So, мы за $2 покупаем coconut, кокос. Но сирвио. So, that no BN? No. Чисто вот здесь, на прохожей улице, возле белого пляжа. Пока наш таксист ждет. Так. Como tu nombre? Luis. Luis нам режет коконат за $2. Режет холодненький, с холодильника. Опасная работа, можно пальцы отрубить. Good. Gracias, amigo. И что, попробуем? Попробуем, что получилось. Красота! А вот примостилось наше семейство. И все мы идем плыть. Аня украшает свой Инстаграм. А я наслаждаюсь джунглями. Кокосом. И вообще природа.
знаходимося в самому епіцентрі туризму. Отсюда виходят 2500, около 3000 туристов и гуляют по всему городу. А здесь их встречают тысячи, сотни турагентств и пытаются им продать что-то. Но на самом деле можно без них обойтись. Можно просто пройти на несколько метров Порто-Варарта. Вот сюда, на пляже, там очень много ходят продавцов таких. Они за копейки вам продадут любой тур. Ну, как за копейки. Вот мы за $50 сделали тур на специальный парк Новагито. Или как там? Нагавито. This is nice. Лео, покупаем за $10? Во-первых, она убери. Классно? Класс. А ну покрутись, Лео, покрутись. Покажись. Вау, окей. Катон, да, катон. Надеемся, что Лео вырастет, в следующем году будет красиво. Okay. So this is white, white and black shirt. Let's take it to sun. And it becomes colorful. That's beautiful. Перед нами футболка бело-черная. Еще раз выходим на солнце. И что с ней происходит? Акула стала синяя, страшная. Вот это прикольно. Привет! Кстати, поздравьте меня, я купил футболку, видите, синюю акулу. Она синяя только на солнце. Вот она еще синее. Синее становится вот так. А заходишь в тенек, а она становится более бледная. А вообще, без солнца она черно-белая, вся футболка. Прикол. Порто Варта Продакшн. Итак, ladies and gentlemen, what do I think about Порто Варта? Что я думаю о Порто-Варте? Я думаю, что прикольный город, очень прикольный. В нем даже находятся большие города, магазины, как Sam's Club, Costco, Walmart, всякая всячина. Но не ради этого сюда стоит ехать. Сюда стоит, чтобы вкусить культуру. А культуру вы вкусите, если вы выйдете за рамки туров, которые предлагает вам круиз-шип. Поэтому мы это и сделали. Мы вышли за рамки. Мы не только за рамки, мы же вышли из этого вообще в круиз. Вышли из порта, в котором тоже все, ну, все схвачено. И вот, кстати, если вы приезжаете в Порто-Варте, вообще это можно использовать в любом порте, вообще в любом городе. Рядом с портом тоже тусуется обычный народ. Продают такие же путевки. Только для locals, для обычных людей. И значительно, значительно дешевле цены. Допустим, zipline, который мы сегодня купили за $50 на пятерых человек. Ну, естественно, только я решил проехаться на ней. За $60 все пятером поехали в джунгли. Нас отвезли на такси, то есть на автобусике туда, назад. Там потусовались несколько часов и приехали обратно. И наш таксист был довольно расположен. Чувак, английский у него потрясающий. Родился он в Техасе, переехал сюда жить. Это его родина, ему это нравится.
И он нас возил, рассказывал разные штуки. Свозил нас на белый пляж возле Дель Аркос. Где-то там, куда все ездят снорклиться. В общем, мы с ним провели часа 3.5, может. Всего лишь за $60. Ну, естественно, цепс мы ему дали. Не так и много, не так мало, 12 баксов. В общем, можно здесь затусить экономически. А можно можно использовать обычную, что он предлагает, авиа. Не авиа, а этот лайнер, круиз. Все, что вам требуется, это выйти и за рамки. И поискать обычных людей. Английский в основном возле, в туристических городах, особенно здесь. Что меня поразило, почти у каждого мекс. Лучше, чем в Штатах. Ну, что еще могу сказать? Классный даунтаун. С таксистами можно договариваться. Торгуйтесь, далю. Мы туда, в даунтаун доехали за 10 баксов. А назад, оказывается, за 5 можно было бы еще и туда доехать за 5. Мы просто не знали цен. В итоге мы 2 дня в Порто-Вальярта пробыли, потратили $115 всего. И это включая перевозы, всякие зиплайны, путешествия, типы и все-все-все. В общем, в двух словах, можно тусоваться. Интересно, классно. Приезжайте, путешествуйте. И выходите за рамки. Всем пока. Добро пожаловать на новое путешествие карнавала. Мы отправляемся дальше. Порто-Вальярта позади, а мы идем в Ласко. Забыл, как город называется, но не важно. Приедем, увидим. Добро пожаловать в ресторан, за которым мы соскучились целый день. Мы здесь были, ну, давно. Вчера мы здесь не были, потому что мы тусовались. Где? Порто-Вальярта. Алло, ты узнаешь ресторанчик твой? У тебя сегодня новая картинка. Будешь рисовать корабль. Хотя, не знаю, новая, не новая, но... Ручка? Сейчас принесут тебе карандашик. Крайола. Мы видим какой-то острова. Какие это острова? Вон, видите? Сегодня Лео взял больше всех. Картошку, масло, макароны, паста, салат, фрайс. Да вот все, что папа взял. Вот что Аня взяла, романтично достаточно. Не очень вкусно. Папа что? Салат. Вместе? Что-то уже скромно. Мне еще нет. А вам еще не донесли? И вот подошел наш ужин. Не, ну я заказал. Там Аня заказала мексиканскую. А папа постоянно заказывает белорусскую картошку. Вместе стоит. А я пиш. А мама на рыбу. Сама. Что мы сегодня кушаем из сладостей? Попкорн с... Какую-то, знаешь, электронненькие штучки, где только попкорн. Аня чистое мороженое заказал, а я свой любимый плавающийся шоколад. Лео, иди тоже. А Лео возле столба гуляет. Okay, very good.
Добро пожаловать в мол, в магазине, где мы вчера купили штуку. Браслет. Лео набрал покупок, и жабку взял, и котика взял, и мишку взял. Взял? Какого цвета мишка? Какого цвета мишка? Правильно. Железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом садя.